делала на Пасху торт из вот таких вот коржей, в Пятерочке продаются. Вот, всем понравилось, решил сейчас на 9 мая повторить такой же торт. Быстро делается. Для этого нужна банка сгущенки, орехов, а вот столько вот фундук и грецкие, и половина вот такой банки сметаны. Сейчас покажу, как делать. Сначала надо орехи помыть и измельчить. Дальше добавляем сгущенку и сметану. Сгущенка у меня вот такая густая. Все это тоже перемешиваем. И полученную массу намазываем на коржи. Три коржа надо вот так вот намазать. А сверху можно украсить чем угодно, чем вам захочется. Я решила украсить сухофруктами и орехами. Вот такой тортик получился. Сейчас я его отправлю на балкон. Он там пропитается хорошенько, а завтра мы его будем кушать.